22 июля в Григорьевском доме культуры прошел сход граждан. Участие в нем приняли глава района Адам Джерим, его заместители, руководители муниципальных служб и жители. С докладом о проделанной за первое полугодие 2021 года работе выступил глава поселения Сергей Ливенцев. В этом году выполнена работа по замене водопроводной сети в станице Ставропольской. Это улица Шевченко, улица 50 лет Октября и часть улицы Набережной. Заменено было 1,7 километра. План, который у нас стоит на каждый год, это 1,2 километра. Превысили на 500 метров. В связи с распространением на территории Краснодарского края такой болезни, как бруцеллез, к жителям обратился главный ветеринарный врач района Григорий Сокол. Убедительная просьба к владельцам, те, которые еще держат животных, и те, которые, может быть, решили, что все-таки нужно держать на селе животных и птиц, что прежде чем откуда-то привозить, подойдите к ветеринарным врачам Смоленской участковой лечебницы, либо напрямую позвоните к нам в ветуправление Северского района. Для того, чтобы получить консультацию, можно завозить откуда угодно, только соблюдая ветеринарные требования. Жители поселения могли задать волнующие их вопросы. Больше всего граждан интересовали проблемы, связанные со сферой жилищно-коммунального хозяйства. Поводом для беспокойства стало частое отключение электроэнергии и водоснабжения. Также к местным и районным представителям власти обращались с вопросами отсыпки и грейдирования дорог, отсутствия фельдшера в фельдшерско-акушерском пункте станицы Григорьевской, организации вывоза твердых коммунальных отходов. В конце встречи к коллегам обратился глава района Адам Джерим. Ежедневно, к чему я всех вас призываю, общаться с людьми, выезжать, выходить, точечно решать вопросы воды, электроэнергии, газа, дорог, тротуаров. Все, что необходимо. Они ж, никто же не попросил сейчас, купите мне холодильник, телевизор. Каждый беспокоится о своей дороге, о тротуаре, о школе, о садике. Вот поэтому, но это и задача администрации, любой администрации, постоянно держать на контроле проблемы людей. Каждое обращение взято на контроль для дальнейшего решения проблем.